мы в прошлом году решили распространять наши активности, предложения, сотрудничество для Волынского региона, потому что мы считаем здесь хороший потенциал для развития именно экологических услуг, экологических принципов работы в предприятиях. То, что мы здесь видим, это первый проект, который мы реализуем в Волынском регионе. И я думаю, это очень хороший пример, который покажет, что люди могут сами что-то изменить в своем энергетическом балансе. Не вложить там большие деньги или средства. Главное, что надо знать, что сделать и сделать этого. Мы запланируем то же самое оборудование, чуть побольше еще раз для туристический объект в Волынском регионе сделать. И параллельно будем еще сделать и поддерживать короткие семинары, как обучение людей именно вот это, по этому направлению сам работать. Там будут брошюрки и так далее, и так далее. И у нас будет еще один проект, о котором я еще не хочу говорить, потому что мы договор еще не заключили и окончательные там точки не до конца договаривались.